Талантливая троечанка научилась выводить самые сложные каллиграфические элементы самостоятельно, без помощи литературы или видеоуроков. Сейчас девушка уже проводит мастер-классы. Есть 4 базовых упражнения, которые подготавливают руку к письму. Это кругляшочки вправо-влево. Именно такие упражнения помогают разминать кисти рук, а после этого выводить сложные каллиграфические элементы становится гораздо легче. Таким необычным занятием Ксения Сердюкова увлеклась после того, как в Инстаграме увидела человека, который занимался церковно-славянской письменностью. Мне это понравилось. Я решила углубиться в тему изучения вязи. Потом затянула и пошли другие шрифты. Честно, видеоуроков очень мало, по крайней мере, по тем шрифтам, которые я учу сейчас. А учить зависит от того, чему учить. Если это какая-то база, то можно за пару минут научиться делать базовые элементы. Сейчас Ксения начала осваивать и другие каллиграфические стили. Готическое и уставное письмо, итальянские и бизнес-курсивы. Такой навык сейчас нужен в дизайне и брендинге. Поэтому девушка начала выполнять некоторые логотипы на заказ.